Вот здесь очень много народных депутатов, бывших новых чиновников, и они говорят фразу: мы готовы подождать, мы можем подождать, нам нужно потерпеть, нам нужно дать шанс. А украинский народ, у которого пенсия 1200 и зарплата 1000, не может ждать. 25 лет мы это повторяем как мантру. Поэтому я считаю так. Нужно выборы проводить до тех пор, пока это грязное белье, коррумпированное в виде Верховного Совета, постсоветского Верховного Совета, мы не выстираем, не прополощем его. Выборы за выборами, пока не останется одна партия простых людей. То есть вы готовы хоть завтра, я понял. Друзья, давайте быстро этот блиц закончим еще двумя депутатами, и затем эту тему это наш путь. Мы должны суммируют эксперты независимые. Да. Александр Гузин, затем Николай Скорин. Это тот путь, который мы Сергей, должны мы уже прийти. Поняли. А по поводу программы... Это путь очищения власти, спасибо. Это сделано для того, чтобы правительство Гройсмана просуществовало один год. Но поймите... Настроения сейчас в обществе такие, что это не поможет. Понимаете? Не поможет.